Следственный комитет опубликовал ролик с автомобилем тульского предпринимателя, в котором были обнаружены тела двух мужчин. Машину генерального директора фирмы лесопродукции остановил инспектор ДПС для проверки документов. В ходе осмотра он обнаружил в салоне на заднем сиденье тела двух мужчин. Со слов бизнесмена, двое неизвестных мужчин пробрались на склад лесопилки в тульской деревне Беликово. Видимо, они хотели обокрасть помещение, но их поймал хозяин склада и избил деревянным бруском, связал и оставил в здании. Когда он вернулся, они были мертвы. Предприниматель испугался наказания за содеянное и решил спрятать трупы. Он погрузил тело в свою машину и повез в 3 часа ночи, в сторону леса в поселке Иншинский. По дороге его остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили в салоне пикапа мертвецов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.